Недавно в Москве проходила неделя детского фильма. Мы пришли в один из московских дворов, чтобы спросить ребят, какие им фильмы больше понравились. А ты любишь кино? Люблю. А ты видел фильм «Неуловимые мстители»? Видел. Тебе он нравится? Очень. А что тебе очень нравится в этом фильме? Как это, поезд ехал, а там это, был мост, это, горел. А какие фильмы тебе больше всего нравятся? Мне «Сказка о царе Салтане». А еще что? Забыл. А какой бы фильм ты хотел вообще увидеть? Какой бы фильм, о чем? Ну, хотя бы вот, о пограничниках. Какой фильм тебе больше всего понравился из всех детских фильмов, которые ты видела? «Неуловимые мстители». Почему? Он сделан очень красочно, и мне понравилось, как там играют актеры. Да? Да. «Неуловимые мстители» – фильм о юных героях гражданской войны. В кинотеатре «Россия» в день закрытия недели детского фильма приз ЦК ВЛКСМ «Алая гвоздика» пионеры вручили режиссеру Эдмонду Киасаяну за фильм «Неуловимые мстители».